он вот по сути своей жесткарь, поняли? Он жесткий, он мочит жесткие шутки, он жесткий рофл дает, которые даже выкупить иногда сложно, которые решают люди. И то, что он сказал про трек мой, да, там что-то сказал. Ребят, он единственный, кто выложил трек в сторис. Хотя никто, я никого не просил. Он единственный, кто поддержал, типа, выход трека. Если что. Это вот, это у меня-то на стриме, я уверен, уже там все шарят там за вот эти вот тонкости. Это если вот для каких-то людей, которые не шарят, которых вы знаете, можете им что-то сказать. Или для нарезок. Ребят, и он хорошо ко мне относится, у меня нет с ним никаких конфликтов, абсолютно. И просто он, блядь, не может жестко шутить как раз-таки из-за таких реакций большей части аудитории. И жаль это. Вот. А вот нахуй. А у меня с ним все отлично. Просто сказал, что пока не буду стримить, потому что есть пока свои планы. С папой недавно на рыбалку ездили, а ты... Блять, я ж нахуй сейчас найду папу себе. Привет, привет, Оле Попсиколь. Оле Попсиколь, спасибо. О, привет, точнее. Спасибо за 55 шулей, и тебе тоже за 155 шулей спивал. Короче, тогда ладно. Я не нашел Twitch FM, или что, или я найду Twitch FM конкретно. Другие друзья, сердечко. Даша, здравствуй. У тебя очумительная подруга. Она попросила передать от меня тебе сердечко. Вот я тебе передаю половину, потому что вторую половину ты должна найти сама. Смотри видео. А, так, стоп, там кто-то еще что-то просил глянуть. А как видео кидать? Ну-ка, шаровые молнии прикольные. Это фейк. Ну это фейк же, блядь. Галимый. Галимейший фейк вообще. Шаровая молния не так выглядит. Так, короче, и конкретно еще вот по поводу вот этого. Клип. Ну, ребят, я клип посмотрю вне стрима и дам вам оценочку вне стрима. Хорошо? Хорошо. Спасибо, ребят. Мисс Диппинс, с днем рождения вас. Здравствуйте. Фэк. Короче. Ладно. Я просто почему? Я отсрачиваю немножко вот Озон, да? Можешь, пожалуйста, научить меня монтировать такие видео? Полон 02. Хорошо, срывай. Закажи себе это. Что это? Пока еще не Раяши Цулоеву. Спасибо. С днем рождения тебе большое. Комплект носков. Сосать. Так, ребят. Гиля, а отца и как телефон можно хлопка... А отца как и телефон хлопками можно найти? И по еблу, блядь, хлопками в ГТРП. Иван, докажите, что вы не глист. Можешь, пожалуйста, научить меня монтировать такие видео? Так, это не планировано. А? Было? Было? Было, да? Нет? Ну, блядь, проморгали, значит, это мне уже похуй. Это я что хотел сказать, сделал. Не найдешь пару или нет, но мамочкой могу стать. Блядь, спасибо. Так, короче говоря. Нет, не было? Ну, бля, ребят, я уже все сделал. Я, типа, в крест не был. Покажи, пожалуйста, квадрат для Эдита. Научить меня монтировать такие видео. На. Ребят, соответственно, Twitch FM, да, не надо смотреть? Или надо? Вот именно хочу, блядь, ну, я не знаю, я не нашел себя. В каком выпуске я есть? Мне скажите вот что. Именно я в каком выпуске есть? Сколько дней назад мы стримили? Мы вчера стримили или когда? Это оно? Можешь, пожалуйста, научить меня? Мне вот скажите. Такие видео. Зайду, иду, у тебя взял один день. ТК клипы? Что такое ТК клипы? Деппинс, можешь, пожалуйста, научить меня монтировать. О, нихуя себе. Видео. Вот это? Да? А кого бичом назвал он? Вначале. Я дизлайк поставлю, за еще раз не назовешь так. Красава.
тела. Вот это... Покажи сиську, брат. Просто глаз чуть заплывает. Охуеть. Стори, ты что творишь, нахуй? Что? Каждый раз приходится штаны подтягивать. Во-первых, настолько неглиж, что каждый раз приходится штаны подтягивать. Добавь на новые звуки на донагаты, а то заебало. Сделаю. Мой принц назад тебе донатил 500 рублей, сейчас на мили скинь обратно. Нет, так зачем мне сейчас 300 рублей дала обратно? Можешь передать привет, это моя мечта, и рыгнуть. Чич. Спасибо. Он просто... Видишь, он заплывает. Лиза, я 22 года. Но мне почти 17. А ты... А, чего? Какой 17? Ты что несешь, дура? Многие так говорят, что не выгляжу на этот возраст. Тебе сколько лет? Даже не думайте об этом. Завали свой рот, грязный, вонючий. Да. Остыньте. Давайте лучше ваш возраст узнаем. Это вам зачем? Бывают все мы люди. Хотя бля, постойте. Ебать, он драж, у меня сердце... Все, хватит. Это пиздец, уже? А ты волнуешься, Джонни? Нет, ну мы сейчас играли 2 часа. Почему бустер боится меня на UFC позвать? Скажите мне. Не волнуйся, пиздец. Не ссыте, пацаны. Именно скажите мне, почему бустер боится меня на UFC позвать. Хорошо слово. Волнение, брат, оно прям парализует. Это же классика вообще. Мне раньше всегда так было, я в школе. И может хобот я тоже могу унести. Потому что ты глист. Блять, да это он глист! 22-6-1-4. Ну именно в сравнении с как бы если этот. Бустер, пойди, пожалуйста. 26-6-1-42. Смотри таблицу у Менделеева. Ебать. Нет, все, я таблицу Менделеева. Шок контент, глист пытается доказать, что он не глист. Все, нахуй, донатеры. Все, хватит. Ебать, 25к донатили. Ребят, это вас забатили, потому что там ник 25 тысяч. Вот, посмотрите, еще раз проиграю донатом. Это не тот. Вань, привет, привет, канале Машулька вещает и чекни тикток. Спасибо большое, чекну потом, спасибо. Видите? Вот, видите? Это вас наебали. Да, это вас подъебали. Конкретно. Блять! Ебать равно нахуй. Ой, все, блядь. Ебал! Блять, какого хуя ты жмешь ебаную фаталку, ебланище, блядь! Хесус всех наебал, типа, он наебал, что. Это мы, да? Это не мы без нас. Он просто заперся в своей башне, ну как Рапунцель, ждет, пока какой-нибудь принц его спасет. Но поскольку он на слишком высоком этаже, еще ни у кого не удалось туда забраться. Блять, ты видел Хесус всех. Прикинь, мои подруги три бати. Не прикинь. У меня ни одного. Делись нахуй. Это все его женщина. Опа! Опа нахуй! Бля, клянусь, я вот так сидел, смотрел, короче, когда у Вова стрим был, я не понял, где у него шов, а у него шов вот тут на шее. Опа! И что говоришь обо мне, тупая сука, твой джузи заношен, дура, нет. Бля, а чего в Америке только нет, да? Даже это есть. Ты знаешь, что... А, ну Саш, если вы хотите доказать, что не глист, поднимайте майки. А еще что поднять нахуй? Твоей маленькой жопой посмотри на мою новую куру. Че, а че я должен? Нахуй я запустил стрим вообще в целом? Послушай трек Вани. А, нет. Ну, ребята, вы думаете, блядь, что он, типа, будет такой... О, да, сейчас послушаю. Конечно, блядь. Чел спрашивает, нахуй я запустил стрим, ему пишет первую смс-ку. Послушай трек Вани, блядь. Вот был бы он тогда, что он сказал, пошел нахуй. Я все, короче, я вступаю в открытую конфронтацию с Диппинсом, потому что это пиздец, у меня заебал. Это я с тобой вступаю в открытую конфронтацию, это ты меня заебал нахуй. Все, я с тобой буду общаться только тогда, когда на ринге. У меня с ним открытая конфронтация, я заебал уже, это пиздец. Это ты, это я, это пошел ты нахуй. Он меня просто решил игнорить, типа, полностью. Конфликт с Диппинсом, как вот, это неожиданная хуйня. Все думали, что мы с ним встречаемся. Давай, блядь. Вот эту хуйню вы видишь хоть раз в жизни? Сейчас.
Эту ебанутую, без, вот эту ненормальную нахуй. Кто глист напишет, там бабан срочно. Эту ебанутую вещь нахуй. Если что, туалет там, вот там, блядь, раздевалка. Давай нахуй. Я с тобой только на ринге встречусь. Это у Рома Ваши было, кто не знает. Глист ебаный. Все, ребят, модераторы, вот именно бан слово, бан-лист слово глист делаем. Хорошо? Глиста ебаны. А почему? Почему вы позволяете себе так? Встречаемся, и мы встречались, и по итогу, типа, сейчас будет конфликт. Это то же самое, типа, это пиздец, это гениальная отсылка будет на все происходящее в этом мире и в интернете вообще в целом. Предлагаю сейчас уже сделать пост в ВПШ, что Жоржа остался с Диппинсом. Типа, меня заебал игнорировать Ваня. Он отвечает. Давай, я говорю, давай постримим. Он говорит, а чё постримить? Да вот пошёл ты нахуй. Идейку никчёмную, которую твой мозг сгинет. А знаете чё, я ему так и сказал, блядь. Я же ему реально сказал, вот это ты, блядь, пошел ты. И он стоит рядом, Анек. Говорят, мы сейчас с Анек. Я сейчас поясню, ребят. Вот так мы стоим, поняли? Я просто вышел вот так. И на меня поднимись, ребят, камера даже не хватает. Величину мою. Я именно вот раскрою сейчас. Мы именно вот так стоим. Так, поняли? Он пишет, типа, Ванёк, выйдешь? Я пишу ему, да, давай выйду. Выхожу, мы вот так стоим, вот так вот. Вот я буквально, вот смотри, вот это мы стоим с Аней, вот так, вот так. И вот так Серёга подходит. Вот так. Пацаны, привет. Пацаны, привет. И потом, короче, вот так уходит, даже салам не кинул, то есть даже рукам не дал. Выходит вот так вот. Я говорю, братан, что, даже руку не пожмёшь? Он такой, да пошел ты. И все, мы разошлись. Именно так было. Анеком. Да зимем так, что мало всем не покажется. Меня монтировать такие видео. Вот это вот, ребят, кто, каждому, кто уходит, блядь, вот это Урамаваш посвящается. Вот это Урамаваш. Захватывай, да? Захватывай. Там ничего нет, сейчас подожди. Депинс, можешь, пожалуйста, научить? Ничего нет, штаны белые. Именно каждому, кто уходит, посвящается. Вот это. Поняли? Все. Теперь рискуйте сами. Меня монтировать такие видео. Какие видео? Опарыш. Блять, охуеть совсем вообще. Опарыш я видел, хоть раз на рыбалке была, я вот такого сама выловил в детстве. Ванюш, привет, спасибо, что поешь на стрим, ты просто слушай. Можешь передать привет, пожалуйста. Ульяночка, тебе привет большой. Можешь сердечко показать, нах. Сейчас мы так разъебем, что все в ахуе будут, братишечка. Не, так я не говорил. Диппинс и Анек. Смотрите, он у меня даже спиздил микрофон, вот что хочу сказать вам. Еще раз повторяю. Я думаю, короче, я, наверное, представляю первый стрим. Это будет совместный стрим из ванны. Они арендуют, короче, джакузи и сделают совместный стрим из ванны. Вдвоем джакузи будет. Бля. А кто против, нахуй? Хоть одно рыло в чате. Вот именно против. Именно напишите против. Я. Ну, кроме я. Не я. Не, ну я-то делать этого не буду. То есть у меня есть исполнитель в плане, да? Как бы я-то против не буду. Нет, точнее, я против. Поняли? Что за донаты? Мы сделали для тебя обращение, хотим, чтобы ты посмотрел. Посмотри на стриме, пожалуйста. Какое обращение? Представляется мега коллаб от участников ФСБ Сквад, Бурмалдек Сквад, Дипург Срофлит, ТГК, Стул Диппинса ТГК, ДПП вопросительный знак ТГК, Тян Диппинса Сквад, 777 Сквад, МСД Сквад, ХВД Сквад, Тихо Сквад, Смолики. Охуеть. А чё гигачат? Это вы сами, что ли, решили гигачат сделать? Слушай, милый, можешь посмотреть, какое обращение решили мы прочесть? Ты мой единственный, Ванюша. С тобой уютно и легко. Но у Диппинс Экспресс или в ТТ Прогресс? Стоп, а теперь вернемся к обращению. Иван. А, донат вас забатил, я думал, сами решили. Маяшева могу дать погонять, только доплату надо. А, Диппинс Экспресс, согласен, гигачат. А, бля, вот так нахуй, ребят. Вань, привет, мой донат, надеюсь, намешь первый, вали, привет, пожалуйста, вали, и чату Диппинс 022, еще, Вань, ты молодец, спасибо большое, здравствуйте, Ваня, можете потянуть штаны.
Блять, что вам не нравится, нахуй? Докуда подтягивать штаны? Это мода такая. Ты такой комфортик. Поэтому почаще залетаю к нам в дискордик. В дискорде беда. Ждет тебя одна семья. Внимание для многих. Еще донатом я чекал, я вижу, что уволили донатера новостей. Я вообще-то чекнул донат сразу же. Со старта. Кореш 900 каут, это все. Не пропуск. Но для нас будешь не пропуск. Прям с нетерпением каждый мистический стрим. Без тебя жизнь не экстрим. Аня Диппинс лучше всех. Скоро ждет его успех. Спасибо тебе большое, Иван. За мега... А, спасибо! Крутые стримы на платформе. Спасибо за то, что уделяешь... Ну, ребят, спасибо за то, что две минуты говорили спасибо мне. Это я вообще вам пиздец благодарен, честно сказать. Это вы даете, нахуй. Сейчас, смотрите, у меня конфликт. Пацаны-то у нас из гениальных оказались. Ебать, ебать. Я только сейчас это понимаю. Короче, Ваня зазвездился, Ваня хуйня ебаная. И у меня с Ваней контры открытые, блядь, заебал меня. Я тебе так скажу, это ты запизделся? Это ты запизделся? И я тебе так скажу. Ты по сигналу на святой, ты гонишь на человека, который лап. Понимаешь? Диппинс, ты нахуй. Пожалуйста, научить меня. Получи этой лапкой. Такие видео. По мордашке. Ну, в GTA. Вот тут я не фактанул по поводу лапок. Вот тут я не мог не фактануть, блядь. Ну, блядь, Хесус, а тут нарезка будет 25 минут, как Хесус пробует себя в роли женщины или что? Чат сабов в ДС — это очень крутое место. Всем моим привет, отдельное как спасибо там женщины делают? Егор Киль. Там их заставляли локоть, типа, это облизнуть. Важно. Типа, я помню, байт или стример, типа... Ну, вообще, типа, ну так. Трек-бомба, честно говоря. Клубника-бомба, честно говоря. Спасибо. Ты что, ребусов игноришь? Охуел, там важно. Да, блядь, ну я не буду таблицу Менделеева открывать на стриме. А нет, похуй, давайте я открою таблицу Менделеева на стриме. Именно вот ребус, да? Последний первый раз я делаю это. 22, ищите. 22, T6, ищите. TS. Один ищите. Тич. И 42. Тич. Мо. Спасибо, Пинка 02, за трек-бомба. Какая мода, будто штаны насрал. Вот это не базарьте нахуй. Такие штаны паркуристы носили. Это с паркура остались, моего жесткого прошлого. Зря так общаетесь со мной, когда не имеете понятия, с кем общаетесь. Разъебало, разъебало, разъебало. Реально получается, блин, охренеть. Именно включите мне. Ребят, не получается это. Нет. А он не хочет приехать вот тут уже? Потому что один человек с ума сходит уже потихоньку. Хорошо, что я его позвал на Майнкрафт завтра. А то, ну, вообще уже. Сейчас, получается, ровно год назад маску снял. Спасибо с годовщиной. Спасибо. Ну, я не знаю, сколько там я снял маску ровно. Сексуализировать все вот это с помощью там каких-то сексуальных моментов привлечь аудиторию. Вот это не очень. Мне за игру в дрезни бьют, если что. Пусть не бьют. Честно, это такое читерство. Вот. Типа нахуй жить? Ну да, ну, это кстати... Куда тут не включу даже вам? Нам нахуй не надо, мы Яндексом поедем. Это Яндекс. Яндекс это... Вы Яндекс? Тебе не надо, но мы Яндекс. Марка. Сергей. А? Можно вашу оценку данной поездки? Поездка замечательная. Если ты чаевые не оставил, у тебя ноги откажутся, я тебе напомню. Оставил уже. Молодец. Пришло? Прошу. Они пьяные, что ли? Они из дела им приходят. Я думаю, на порядок мы доедем. Что он сейчас сделал? О, смотрите, это новый хоррор. Долбоёб совсем. Вот его больше не... Этот, хоррор не вставлять сюда. Да, сэр, аниме досмотрим, пожалуйста, все ждут так-то. Да мы же сегодня досмотрим, чё. Ребята, играть будем, блядь? За бабкой ходить просто. Ну все, не показывай больше. Все. Которые пишут чек Хеса. Ура! Заткнись, стрелки! Ебали уже, блядь.
Вы можете свою хуйню вот эту не спамить, блядь, всем похуй, что там, блядь, у Хеса, реально, блядь, понимаете? Хес, знаешь, что самое забавное? Мы просто всем, ну, составом смотрим сейчас на тебя. Кринж небольшой, совсем. Пойти, слышишь? Политика, господи, на стриме, политика. И вот это политика, но это вообще имба. Слышь, у него там торчит, блядь, я уже был плавленый в том моменте, я уже не помню, что было. Я говорю, зря пищащий вырос, спасибо, ну да. Я не завидую, я сижу тут, поняли? С кайфом. Ну, почти с кайфом. Блять, все о своем. На улице только что молнии ебанул. Ты как кот из Шрека. С кайфом, бля. И нацепил себе грудь. Я вам серьезно говорю, я сейчас покажу. Посмотрите. Хес, там нормально все с тобой? Ну я тоже, Александр, я тоже думаю там. Вот и, знаете кого? И вот его надо на тест личности прогнать. У него, наверное, расстройство какое-то. Да? Ладно, ну опять же, осуждать его, да ни в коем случае. Не, не да, не да, хаза-хаза говорите ложь. Люди все, кроме вот того, кто пишет к Xiaomi. Сейчас, а давайте до 10 блядь. Минут досмотрю и потом озвучу. Какой озвучу. Нахуй к Xiaomi? Все, давайте. Депинс, можешь, пожалуйста? Пошел нахуй, понимаете, ваш статус ВКонтакте надоело вообще, ваше пау. Блять, да ребят, блять. Почему мне все надо менять? Мне поебать, у меня стоит ПАУ 5 лет, я буду дальше стоять ПАУ, нахуй. У меня будет 38, у меня будет стоять ПАУ ВКонтакте. Вопросы? Иван Валентинович? Да. А, Xiaomi? Кто написал к Xiaomi? Пойди себе атрофируй руки. Дедушка. Не вздумай. Xiaomi. А как я говорил? Помните зрительный Сереги? Он еще когда на стриме говорил, что маску снял, потому что пиздец красивый, на вечеринке пиздились. Кто бы знал, что все так выльется. Ну вот он, блядь, видимо, не смог принять поражение, которое тогда было у нас. Думай писать больше никогда, Кси. Мне не то, что режет, блядь. Какой нахуй к Xiaomi? Сейчас у меня пару треков хороших выйдет. Артистом получится стать у меня, если... Там уже чё почём сделаем. Еще один такой концертик. Ну, пацаны, ёбнешься какие. Скоро класс 3 должен быть, там втроём можно поиграть. Мне этот трек не нравится. Понятно? Ой, блядь, Саша голый, нельзя. Или Джиган, блядь, мне Джиган недавно звонит и говорит, блядь, Вась, а кто такие хозяева, блядь? Я говорю, а что такое? Да мне Слава Мерлоу рассказывал, что стримить можно с телефона сейчас. Я говорю, да. Блядь, реально, может Джига фит купит? Это имба, блядь. Ебанутейшую авантюру. Именно фит? Сейчас. Короче, рассказываю. Я сейчас тебя на громкую связь выведу, если что, ты на стриме. Я вывожу на громкую связь. Смотри, о, концертик ждем. Ждем. Есть хозяева. Ага. Вот поздоровайтесь, парни. Здорово. И у них сейчас на YouTube канал. А, ну он за 700 тысяч хочет купить, это нам сказали. Все, меня больше не будет здесь? А, вот, сейчас. Это ты здесь, что ли, этот... Ребят, на контакт сидит на героине половина. Да. Среди них Димон, здоровенная детина. Говорит, есть хороший герыч, него прет. Все, сейчас по Вене, все будет пулемет. Укололся, не думая, по Вене разбежалась. А меня не прет. Не, не...